30 у нас сегодня июля. Фильм сделаем для Алексея. В Новосибирск. В Новосибирск отправим. Модель ядро от Акрейсинга. Цвет синий. Вот так эта моделька выглядит. Это ребрейдинг. Наверное, всем известно 7012. Очень давно продается в нашем магазине эта модель. Там более 6 лет. Мы имеем работу с этим Акрейсингом, с этим производителем. Кресла профессиональные, хорошие, крепкие, надежные, вот спортивные лошадки, рабочие лошадки, без всяких таких излишеств. Надежный, хороший каркас, уже продумано, все сделано. Да, для определенного телосложения, так как имеют очень явно выраженные вот эти все ограничения, как на спинке, так и на сиденье. Поэтому оно... Это кресло для определенного телосложения, там максимально 1,83 м, 90 кг. Чтобы не было тесно в нем. Зато комфортно, надежно, удобно, ничего не скрипит, ничего не звонит. Минимальное количество проблем по эксплуатации кресла. На Амазоне, это всемирной такой интернет-площадке, это кресло выставляют, они, если память мне не изменяет, на конструкцию, на металлическую конструкцию 10 лет, а на механизмы вроде 5 лет. Ну, что-то типа такого. Это продажа этих кресел на американском интернет-гиганте с такой гарантией. Так, ладно, что я мучаюсь, давайте пока пауза, вскрываем его. Вот, рвем скотч. Предварительно осматриваем кресло для того, чтобы самим понимать, что кресло выехало с нашего магазина полностью в комплектации заводской и без каких-то либо дефектов. Поэтому мы снимаем видео, распаковочку и осматриваем визуально и также невизуально механизмы, которые можно проверить без сборки кресла целиком. Поэтому с нашего магазина уже действительно какие-то там транспортные погрешности минуют и какие-то дефекты с завода, некомплектации. Это тоже вы минуете. Вот эти риски. Так, ну, хорошо запаковано, поэтому не вскрываю пакет. Все, смотрю, ну, в принципе, сразу же видно. Ничего не торчит, все пришито. Вставочки. Все на своих местах. Сиденье. Все новенькое. Давайте посмотрим. Подушка. Бабочка для альтернативного. Ага, бабочка вот она есть. Для альтернативного крепления. Вот в эти вентиляционные отверстия с помощью этой бабочки. Так. Вот сиденье еле держится. На этом его можно. Да. Его можно вскрыть. В любом случае, мне все равно сейчас проверять заводские болты, поэтому еще одна пауза. Итак, сиденье, снял колпаки, протянул болты. Через 4 месяца после сборки и эксплуатации кресла тоже снять вот эти все чехлы, протянуть болты. Они здесь находятся в конструкции хорошего качества, многоразовые. То есть резьбовое соединение имеет право при вибрации ослабнуть, поэтому иногда проверять, заглядывать туда. А делается это вот на этом покажу таким способом. Там месяца через 4 переводим спинку в такое положение поднятием рычага просто наверх, открутим вот этот винт, вот этот винт откручиваем, вытаскиваем, снимаем все пластмассовое, все и затягиваем. 1, 2, 3, 4 болта, все выставляем, все обратно и затягиваем все остальные болты, которые вы помните, где и как собирали кресло. Вот. Так, вот это в сторону. Чтобы посмотреть нам на обивочку, ткань, уход за тканью. Ну, во-первых, как и кожа, сидеть желательно только в одежде. Уход за креслом. Приобретаете автохимию. Раз в год, два раза в год. Обливаете и с помощью пылесоса все это собираете. Этим же средством также обрабатываете раз в 3 месяца подлокотник. Так, подлокотник 3D, без кнопочной фиксации.
Так, загну и заглянем в эту коробочку. В любом случае надо будет посмотреть на мультиблок. Поэтому мы ее вскроем. Также убеждаемся, что здесь все заводской комплектации. Газлифт, ключики, декоративные накладочки, колеса, инструкция, декоративная накладочка номер 3, пыльник для газлифта, перчаточки для сборки. Соответственно, сам механизм мультиблок, гайка для регулировки режима качания. Очень важная. Очень важный инструмент в этой функции, в режиме качания. Настраиваем его в течение рабочего дня. Ищем свою золотую середину. Ну, в принципе, и все. Кресло отгрузим завтра, послезавтра. Если возникнут какие-то вопросы, можно обращаться в WhatsApp. Все контакты у вас есть.